Твой бесконтактный друг. Салам, пацаны. Подойди. Есть? Не, нет. Ну все, тогда завтра встречу организуем, и там все. Нет. Я на мобайле сайт. Ком, Илья. Дай я, мать, несу стол. Ты вот это вот. Хочу. Территорию убери, грабли. Давай. Лес. Убери вот эту доску. Чего она валяется здесь? Давай быстрее. Туда отнеси его. Вот эти шланги уберешь и сверху подмети прям все, чтобы она аккуратно была. Вот эту вот всю траву скоси. Всю. Вот эту вот, Берн. Давай. Что, руками что ли? Нет, блядь, ногами. Конечно, руками. Давай быстрее. Угу. Конечно, устали, мам. Но, конечно, ничего не делал, помощи не дождешься, я один дом пахал, блин. Фуля, скажи, Кеня, кумите с писем, да? Сунай, кумите с писем, да, все, с этого дня никакого компьютера, никакого футбола, стоды, грузы, Насин, завтра что, думай. Не спорь с родителями, что ты споришь? Сунай, так, все, завтра, мам. Ну, вот здесь таки. Ё-моё, капец ты, на. Хоть бы никто не увидел, а. Ах, бля, баха базарит, я сейчас 7 раз базарит, ёлка-на, как сплетник. Да ну нафиг, Ясик, ты что ли? Ты что, в женском отделе, что ли, работаешь? Базар, жо. Знаешь, я думал, кроме армашки, которую вот на свай продают, думаю, хуже никого не увижу. Базар, жо, чё, калайна? Это никому не говори, блин. Ты просто здесь перекантоваться. Обижаешь, когда я что говорил? Ты же вроде в Акимате работал. Это мало платят. Получается, ты это, по женским вот этим, трусы, короче, профессионал, да? Ну да. Вот смотри, ты вот в первую очередь у человека что изнашивается? Ну, первую, ну, носки. Вот, правильно, носки. А потом что? Трусы. А ведь тиск-тиск было, правильно? Поэтому это самый ходовой товар. А, базара нет, значит, деньги реально крутятся, да? А как можно устроиться? Нет, ну можно пообщаться, конечно. Но я тебе сразу скажу, это не бесплатно. Да ну нафиг ему, у тебя замашки с прошлой работы еще остались, да? Эй, йо! Молодой человек, может вам подсказать? А, да-да, подскажите, пожалуйста. Ага. Вот эта вот труба какого размера? Вот мне домой ход надо купить такой. А, это 22-й размер. 22-й, а, вот хороший труба, вот такой. Нынешние парни вообще не умеют добиваться девушек. Кто, я? Да я вообще ради тебя горы сверну. А, ну хорошо. Вот я тогда музыку люблю. А еще я обожаю котят. Мои любимые. Я фанатка красивых машин. А мне нравятся парни с длинными волосами. Танцоры. Я люблю играть в пиньяту в образе пингвинов. Разве это проблема? Ну вот это ты точно не найдешь. Чтобы кофе был 3-1, в холодной воде еще и вкусный. Hello, my baby! Уля! Ижан, что ты делаешь? Да, просто так, горки играю. Капец ты, Ижан! Ты что, даришь, что ли, вот эти напитки? Ижан, здесь all inclusive, все включено, никто у тебя не отберет ничего. Зачем ты это делаешь? Вечно ездишь, вечно даришь. А вдруг завтра, не знаю... Закончится кола фанта, где будет пить? Да не закончится здесь ничего, Миржан. Вообще ужас, как дикарь себя ведешь. Вечно всю жизнь ездишь и вечно вот это вот таришь постоянно. Яд прямо аж надо. Я как хочу, так и живу. Кошмар вообще, ужас просто кошмар. На, не плачься, раскопал. Вот если закончится, да, в ресторане вообще. Да не закончится здесь, что-то здесь нормально все с этим не закончится. Увидишь, прям. Я вот вчера смотрел, там уже последний колу пацан пил. И да не последняя кола здесь. Бармен сказал, сейчас привезут. А привезут, не привезут, кто его знает. Привезут, нормально здесь все с этим. Нормально все дофига здесь. Че стоим? Едем. Алло, Макя, салам алейкум. Макей, у вас есть знакомые в пробке, а? Я здесь стою, ё-моё, уже полчаса здесь. Ага, все.
Ахмед, Маке, обнял. Ага, давайте, а. Салам алейкум. Я от Маке. Алейкум ассалам. Блин, пробку попал, представляешь? Не могу ни на метр сдвинуться, ни туда, ни сюда. Все, брат. Давайте вы на мой транспорт садитесь. Я сюда сажусь и привезу сам машину. Все, Маке, большой Ахмед, скажите, передайте. Все, потом, все, хорошо, ладно, да. Все, давай, да, Ахмед, давай. Блин, брат, вот ты же ищешь жену. Ну? Знаешь, где надо искать? Где? В библиотеке. Так. Вот там самые интеллигентные, вот кто книгу читает, вот они умные прям. Вот библиотека. Ну и. Не, по идее, хотя бы можно, кто вот гуляет недалеко от библиотеки. Пойдем там. Да. Блин, Нурбек, ты не представляешь, у меня уже этого полгода не было. Чего? Ну как чего, блин, тупица, блин? Вот этого. Блин, такая влюбчивая стала, блин. Каждый второй для меня красавчик стал. Я уже все фильмы, вот эти, Эммануэль пересмотрела. Мин Олям Турма, может быть, она овощной дага. Медетки барасалам. Не гони его. А что такого, блин? Он мне всегда на 200 грамм больше всегда ложит. Кажется, я ему не безразлична. А что, я же за него замуж не собираюсь же? А что? Ну, правда, мне вот спортики нравятся. Он такой дрыщ, блин. Ну, может, не знаю, ты посмотри, присмотрись, может, вокруг кто-то рядом, кто-то ходит, нормальный вариант. Кто, блин? А ты капец, блин, накачанный, капец твоей будущей жене повезет, блин. Ну, знаешь, какой у меня коварный план? Я думаю, можешь поехать в Африку? Они говорят, капец, там талантливые. Че, может, со мной поедешь, тоже будешь за компанию? Твой друг, который разбирается во всякой херне. Бля, дождь. Да, это грибной же, братан, сейчас пройдет. Да, у тебя, братан, пальцы пианиста, ты знал? А, вот у таких мессов ходовка жестко разъебывается. Я здесь карту за 20 лямов взял. Вот тут? Вот можно было за 15 смело взять. Не, братан, напротив себя ты меня снимай. Вот так. Вот так же лучше? Я же говорю. Так, что ты не купайся 3 дня в Египте, ты даже ни в бассейн, ни в море не попался. Ну я не могу, мне для этого нужно надеть купальник. Там мама твоя купается, я же келинка же у вас, мне неудобно, я стесняюсь. Как я надену купальник? Сейчас я договорюсь с мамой. Ланка, все нормально, короче, с мамой договорился. Ага. Мама днем купается, ты по ночам будешь купаться. А когда я загорать буду я? Ай, сейчас, подожди. Короче, Данька с мамой поговорил, ага. Вот так теперь будет. 3 дня она купается и загорает, 3 дня ты купаешься и загораешь, хорошо? Езжа, мы через 3 дня улетаем. Данька, короче, все порешал я? Ага. На, вот, подписывай быстро. Ага. Что это такое-то? Подписывай, не спрашивай, подписывай. Да. Все, это документы о разводе, все, ты мне не жена и моей маме не келинка. Все, теперь что хочешь делать, хоть голый купайся, хоть что делай, отдыхай, говорю. Оля, эй, ты... Ты что, до 6 сейчас? Да, мне просто в садик, потом дочь забрать. А, да я тоже сейчас домой поеду, супруге помогать буду. Вообще, мне бесит, когда вот говорят, ты что, так домой, что ли, спешишь? Что, подколблучник, что ли? Ненавижу. Ой, вообще не понимаю таких пацанов. Мне кажется, у них жены несчастливые. Да, блин. Надо жен же понимать, вот дома с 2 детьми, как думаешь? Я вот, например, вот, недавно фотоаппарат захотел, да, пожалуйста, вот на тебе. Да. Вот все и покупаю. Да правильно ты делаешь, Тима, блин, вот надо помогать же супруге. Ой, ты не представляешь, я даже сейчас пиво не пью с пацанами. Да зачем это надо? Да, конечно, правильно. Да я вообще в баню даже не хожу, вообще, знаешь, я, можно и в душе дома помыться. Да. Серьезно? Вообще. Вот я тебя полностью поддерживаю. Надо вот сейчас 21 век надо. Да. Рядом всегда помогать надо. Понимание. Мы просто понимаем своих жен. И они у нас зато цветут, счастливые. Да, зато. Конечно. Надо вот дома быть, находиться всегда. Вот зачем? После работы домой. Все. Куда? В 4 стенах с женой, с детьми. Как же? Да кого мы обманываем? Слышь, а ты че постоянно гелем такой замазанный? Гей, что ли? Нет. Мне просто нравится так. Ясно. Слышь, а чё ты сережку носишь? Ты чё, гей? Нет, ну просто образ. Мне нравится так. Ясно. На связи, ага. Давай. Угу. Слышь, а ты чё это в своих вайнах постоянно женщины играешь? Гей, что ли? Нет. Это образ, я же актер. Запарил, чё ты пристал? Гей, блин. Я думал, ты гей. Парень себе искал.